Претензия с обзором на полную коллекцию 2024 года. Это первая коллекция юбилейного сезона. 50 лет киндер-сюрпризу. Коллекция «Щенячий патруль». Здесь у нас, собственно, та же коллекция, которую мы уже видели пару лет назад. Там не хватало двух собачек, но теперь они все. Да? Новый сезон VQ 331, юбилейный сезон. И здесь у нас Liberty и Zuma, которых не было раньше. Давайте посмотрим снова всех собачек. По-моему, неплохая коллекция. Она и тогда была неплохой, да, все эти игрушки без изменений у нас перекочевали в новую коллекцию. Не знаю, почему Kinder решил начать сезон вот с такой не совсем полной коллекции, да, используя старые игрушки. Chase очень хорошо, мне кажется, получился. Прям такой весь, да, красавец. Начнем с тех, которых мы уже видели, да, Sky. Ну, вообще, неплохо эта коллекция получилась, да, известно, что десерт сюрпризом делает очень часто «Щенячий патруль», иногда прям они успешные коллекции, иногда не очень, но вот эта коллекция, да, очень неплохая, да, «Щенячий патруль», популярный мультфильм, пару лет назад мы его все время смотрели, у нас тут все централи есть, старая, новая, каких только нету, замок, но вот, да, уже выросли, и поэтому не знаю я теперь, насколько популярен «Щенячий патруль». Рокки у нас, да, Маршал это был, и вот Рокки тоже. Тоже очень хорошо получился, мне кажется. Рокки, будут ли его покупать в таком большом количестве? Ну, может быть, может быть. Думаю, что, наверное, так быстро его популярность не прошла. Итак, Эверест у нас здесь в этой коллекции тоже представлено. Очень хорошо тоже получилось. Ну, вообще, все собачки, в принципе, хорошо получились. Какие-то больше мне нравятся, какие-то меньше. Вот Чейз мне нравится, хорошо получился. Да, вот Трабл тоже классно получился. Он тут немножко по-другому, да, многие собачки у нас как с таким костюмом похожим, да, друг на друга, только цвета разные. Трабл у нас в другом стиле сделан, да, тут с ковшом. Ну и вот две последних собачки, которых по каким-то причинам не было в предыдущем выпуске «Щенячьего патруля» киндер-сюрприза. Это вот Зума, такой вот симпатичный тоже получился, тоже с вот таким вот костюмом, как и, да, как и Чейз, Маршал и Рокки. И Liberty, да, Liberty из фильма «Пав Патрол», «Щенячий патруль», и она получилась, мне кажется, да, лучше всех. А может, мне просто кажется, потому что приятно ее видеть, да, в коллекции «Щенячий патруль». Это была коллекция «Щенячий патруль» 2024 года, все 8 собачек, юбилейный сезон Киндера, 50 лет киндер-сюрпризу. Liberty и Зума у нас, да, попались, которых не было раньше, и теперь вот... вся коллекция в сборе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока.